Всем привет, мои дорогие! Я Елена Галант, как всегда, неизменно рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас с вами будет немного необычный формат видео. Как вы знаете, недавно, буквально дней 10 назад, я уехала в неожиданный отпуск и провела замечательную неделю в Египте. И когда в Инстаграм я стала вести характерную для себя активную деятельность, выставлять свои образы, свои пляжные наряды, я даже не ожидала, что получу такой отзыв от вас. Практически каждый день по 10, по 20 писем приходило в директ пожелание сделать видео, в котором я расскажу подробнее о своих нарядах, покажу, объясню. И самое главное, больше всего запросов было по поводу моего тюрбана. Я даже и не думала, что он вызовет настолько много у вас эмоций. Спасибо вам большое за ваши письма в директе, за ваши комментарии под моими фотографиями в Инстаграм. Так родилась идея создать это видео. Итак, в этом видео я собрала все свои айфоновские фотографии, все свои наряды, и пляжные наряды, и вечерние наряды, и те образы, которые я составляла для путешествий на яхте. Я буду показывать эти фотографии, показывать вам вещи, которые я использовала для составления этих образов, объяснять, почему я решила подобрать именно ту или иную вещь. И самое главное, в инфобоксе вы найдете все ссылки на все вещи, которые я использовала для создания своих отпускных нарядов. И ближе к концу видео будет ставка с тем самым желанным туториал, то есть объяснением, как повязать себе тюрбан на голову. Так что обязательно досматривайте до конца. Еще в выступлении хочу сказать, что отпуск мы не планировали, как я уже сказала, мы буквально за 3-4 дня решили спланировать вот такую поездку, поэтому времени, полноценного времени на летний шопинг, на пляжный шопинг у меня не было. Практически все вещи я использовала прошлогодние, я успела лишь заказать с экспресс-доставкой один небольшой заказ на ASOS. Кстати, заказ составлял себе образ, который я приготовила для самолета, для того, чтобы комфортно провести в самолете 3,5 часа и один пляжный комплект. Образ вы уже видели в моем прошлом видео, если кто не видел, оставляю на него ссылку, это был большой весенний лукбук и хол. Ну а сам купальник вы увидите в этом видео. И кроме этого, я еще успела съездить в ближайший торговый центр и купить себе купальник в бренде Oysho. Но об этом будет чуть позже. Еще в выступлении хочу проговорить одну важную информацию. Если вас интересует тема, как собрать чемодан в недельный отпуск к морю, то у меня для этого было отдельное видео, я его снимала в конце прошлого лета. Я считаю, что это одно из самых лучших видео у меня на канале. Я считаю, что это одна из самых эффективных методик того, как можно собрать небольшой чемодан для недельного отпуска у моря. Так что, если именно это, конкретно эта тема вас интересует, открывайте в инфобокс, я оставлю ссылку на это видео. А у нас с вами немного другой формат видео. У нас с вами практическое видео, в котором будем рассматривать мои конкретные образы. И еще я хочу попросить прощения, это будут айфоновские фотографии, те, которые я уже публиковала в своем Инстаграм, или те, которые я не публиковала, но все же фотографировала на iPhone и не планирую публиковать. В любом случае, мне кажется, что преимущество этого видео заключается в том, что это конкретные, отработанные, практические образы, в которых я реально ходила, а не те образы, которые я составила просто для лукбука. Это реальная жизнь, это не лукбук. Все, мы с вами закончили со вступлением и переходим уже непосредственно к моим образам. Итак, образ номер один и моя покупка номер один – это покупка на сайте ASOS, который я успела сделать, как я уже сказала, с экспресс-доставкой. Это купальник бренда YAS. Yes, я, честно говоря, не знаю, как он правильно произносится. Я здесь где-то напишу, это аббревиатура из трех букв. Стоил этот купальник 25 фунтов плюс 18 фунтов. Как многие купальники на ASOS, он продается раздельно. Я вам специально сейчас покажу в руках, как он выглядит. И, наверное, вот вы видите, продвинутые модницы сейчас узнали силуэт трендового, очень популярного в прошлом году купальника Marissia. Он продавался и на Shopop, и на Net-a-Porter, стоил он порядка 400 евро, но я подумала, что раз я в прошлом году не успела его купить, то в этом году покупать его уже, в принципе, поздно, по крайней мере, по тем деньгам, которые заявлены, и решила купить некоторую альтернативу, скажем так. Эти узорчатые неровные края, мне кажется, что придают черному купальнику нехватающую ему перчинку, по крайней мере, если бы это был обычный черный купальник, то в нем не было бы ничего интересного. Но вот такие маленькие детали превращают обычный черный купальник в нечто стоящее и интересное. Причем хочу подчеркнуть, что если вы в данный конкретный момент загораете и хотите красивый ровный загар, то в принципе без проблем вы и на плавках, и на верхней части бикини можете просто загнуть этот узор, и край будет ровным. И верхняя часть купальника состоит просто из такой полоски. У верхнего купальника есть небольшие лямки, которые отстегиваются, которые
который можно пристегнуть и пустить вокруг шеи. Мне кажется, что вот такие моменты делают купальник более удобным и более носибельным для каждодневной жизни. То есть, когда вы загораете, вы эту лямку снимаете, когда вам нужно куда-то пройтись, для того, чтобы купальник строго сидел на месте и не двигался туда, куда ему не нужно двигаться, вы надеваете эту лямку. Купальник имеет еще небольшие мягкие поролоновые прокладки, но это не тот самый push-up эффект, который некоторые девушки всегда хотят иметь во всех купальниках. Это такие небольшие прокладки, мягкие прокладки, которые просто придают дополнительную форму купальнику. Купальником я очень довольна, честно вам его советую, тем более за эти небольшие деньги. Он все еще есть в наличии, практически во всех размерах. Мне кажется, что это хорошая покупка. Еще в этом образе вы видите соломенную шляпу. Это тоже очень давнишняя моя покупка. Я ее тоже покупала на ASOS. Шляпа с необработанными краями. Кстати, у меня было отдельное видео, как носить шляпы в городских летних образах. Тоже оставляю на него ссылку. В любом случае, эту шляпу вы уже видели. Много про нее говорить не буду. А в принципе, про аксессуары отдельно мы поговорим с вами ближе к середине, ближе к концу видео. Так что я знаю, что у вас есть еще неотвеченные вопросы касательно этой фотографии. Мы к ним еще вернемся. А пока что мы продолжаем строго тему купальников. Итак, следующий мой комплект, который возник совершенно хаотично, я его не планировала, он возник буквально, когда я собирала чемодан. Как вы знаете, я люблю процесс миксования принтов. Мне кажется, именно вот в таких необычных аутфитах и рождается ваша собственная индивидуальность. Конечно, как вы видите, это раздельные купальники, это топ от одного купальника и бикини от другого купальника. Верхнюю часть я купила года два назад на ASOS. В принципе, вы можете купить любой полосатый купальник, он будет здорово вписываться в подобные образы. Я оставлю ссылки, подберу вам похожие купальники, оставлю на них ссылки в инфобоксе. Как вы видите, это обычный полосатый купальник бренда Seafoly. Тоже покупала я его на ASOS. Носила я его и в Дубае, когда мы в январе ездили всей семьей. Я купалась в бассейне, миксовала его и с другой клеткой. Например, как вот с этими плавками. Как вы видите, получается неравнозначная клетка и полоска, но в принципе мне именно поэтому и нравится миксование принтов. Оно не всегда соответствует каким-то прописанным правилам. Вы можете миксовать совершенно разные принты между собой, создавая уникальные сочетания. В данном конкретном случае я решила полосатый верх соединить с плавками от другого купальника. Это плавки с принтом, тоже культовым принтом, пальмовые листья на белом фоне. Как вы знаете, тоже и в прошлом году, и в этом году этот принт очень популярный. С ним производят и летние сарафаны, и летние платья, и, конечно же, купальники. У меня этот купальник тоже с прошлого года. Это недорогой бренд. Мне кажется, что я покупала его то ли на Shein, то ли на Choice, на каком-то китайском сайте. Точно я оставлю ссылочку на что-то подобное, потому что знаю, что мне попадались и в хорошем исполнении на Shopbop, и на Net-a-Porter, и в более дешевом исполнении на других более доступных сайтах подобные плавки, так что вот такой комплект вы можете запросто составить самостоятельно. И хочу вам показать следующую фотографию, этот же, конкретно этот же образ. Обратите внимание, что зеленые плавки сочетаются с зеленой сережкой, а полоска на топе сочетается с полоской, во-первых, на накидке, а во-вторых, на тюрбане. Вот такое переплетение образа, когда один принт чередуется следующим и опять возвращается к предыдущему принту, и делает образ более гармоничным, более сплетенным в одно единое целое. Поэтому, если вы хотите миксовать принты в своих ежедневных образах, берите на заметку вот такой хитрый трюк, когда вы поэтапно сочетаете один, второй, потом опять первый, потом опять второй принты. Сережка — это та самая APM Monaco, которую я часто ношу в своих лукбуках и показываю в своих видео. Тоже оставляю на нее ссылку. Сейчас она, кажется, продается на Louise Vuitton. Если найду еще где-то, то оставлю вам ссылочку. Следующая покупка на ASOS – это шортики. Причем, обратите внимание, это не ретро-плавки, у них не завышенная талия, это низкие шортики. Я хотела именно вот такие шортики для того, чтобы их носить на катере, на яхте, когда, в принципе, джинсовые шорты не хочется надевать, потому что это уже одежда, а просто ходить в плавках не хочется, потому что все-таки вы не на пляже. Мне нужна была нейтральная вещь. Я для себя выбрала вот такие шортики. Это бренд ASOS, сейчас у них есть
есть. Да, Asos, сейчас у них есть большая коллекция, которую они выполнили вот с такими вот интересными вставками в виде крючочков. Этот образ, мне кажется, особенно интересен тем, что, во-первых, он создан для катера, для яхты. То есть это, можно сказать, что уже пляжная одежда, а не просто купальники-бикини. Блуза в горошек — это та самая блуза, которую вы видели в моем пятничном One Minute Outfit с горошком, миксованием принтов в горошек. Кажется, она все еще есть в наличии, это недорогой бренд OG, сейчас есть на нее скидка, она осталась не во всех размерах на сайте La Moda, но в любом случае я оставляю ссылку, посмотрите сами. Мне захотелось выбрать именно такую блузу, которая будет свисать на одно плечо для того, чтобы оголить плечико. И еще один важный момент по поводу головного убора на яхте или на катере. Кстати, я сейчас вам показываю следующую фотографию, точно тот же образ в этих шортиках, в блузе и в тюрбане. Почему именно тюрбан? Дело в том, что на яхте, на катере, или это может быть просто на пирсе глубоко в море где-то, в основном, в большинстве случаев дует сильный-сильный ветер, поэтому надеть шляпу даже с средними полями вы не сможете, потому что ее будет сдувать. Единственный выход — это если шляпа фиксируется ленточками, и то я, честно говоря, не уверена в этой конструкции, потому что поля имеют высокую степень парусности, они будут раздуваться, и смысла в этой шляпе не будет никакого. Именно поэтому профессиональные яхтсмены носят или американские бейсболки-кепки, потому что их можно строго хорошо посадить по черепу, зафиксировать, и их не будет сдувать, или вы можете повязать платок. Я, как приверженец более женственных образов, выбрала повязать тюрбан. И это единственное, что спасало мою голову. Конечно, у тюрбана есть один сильный недостаток. Он не защищает ваше лицо от солнца, он защищает всего лишь волосы. Но, в принципе, вы должны понимать, что есть такой недостаток, и в таких случаях пользоваться повышенной степенью защиты SPF-крема. Так, идем дальше, переходим к моему следующему, наверное, самому экстравагантному комплекту на пляж. Это купальник Oysho, тот же, практически тот же тюрбан и очки. Хотя вот сразу хочу честно признаться, эти очки совершенно не носибельные. Эти очки были придуманы, скорее всего, просто для эффектных фотографий, для Instagram или для стрит-стайл фотографий, потому что они не защищают ваши глаза ни от солнца, ни от ультрафиолетовых лучей как таковых. Поэтому, да, признаю факт, что, да, это эффектные очки, но, согласитесь, есть такие модницы, для которых просто красиво выйти – это тоже часть жизненной необходимости. И вот тут хочу еще раз вернуться к теме моего тюрбана. До этого вы видели тюрбан, состоящий просто из полосатого шарфа. Этот шарф выглядит примерно вот так. Это обычный хлопковый шарф, который я купила, честно, совершенно не помню где и когда, потому что это было, наверное, лет 20 назад. С тех пор он всегда со мной, потому что, да, как вы видите, я люблю черно-белые образы. Так вот, я вам ближе к концу покажу, как повязать его и превратить в тюрбан, но в данном конкретном образе я решила и в элементе тюрбан, то есть головная повязка, сочетать принты. Я взяла второй шарф, который, в принципе, по объему тоньше, но такой же длины, совершенно другим принтом, перекрутила их между собой и только после этого повязала как тюрбан. Как вы видите, эффект совершенно ошеломляющий. Создавалось впечатление, как будто у меня готовый головной убор вот с таким интересным, необычным миксованием принтов. А теперь по поводу купальника. Этот купальник, как я уже успела вначале вам рассказать, я успела забежать в Oysho и купить вот такой вот комплект. Вот такой купальник, в принципе, в нем можно загорать, потому что эти рюши, которые идут на плечи, их можно без проблем спустить с рук и спрятать, и загорать. В принципе, я считаю, что это хороший купальник для того, чтобы в нем непосредственно загорать. Но, как у любого масс-маркет бренда, был один сильный недостаток у этого купальника. Когда я в первый день вышла к бассейну, то я заметила, что у бассейна было еще, не поверите, две девочки именно в этом купальнике. Одна молодая девочка-подросток и взрослая женщина. И честно вам сказать, у меня отбило желание надевать этот купальник все 7 дней, потому что не то, чтобы я не хочу, чтобы я была похожа на кого-то, но есть в этом моменте какой-то неприятный такой элемент. Мне кажется, что любая женщина, любая, не то чтобы модница, любая женщина меня поймет. Неприятно, когда вы приходите на вечеринку, а там находится женщина в точно таком же платье, как и вы.
Поэтому этот купальник я практически не надевала, надела его только один раз. В принципе, вот это недостаток всех масс-маркет брендов. Причем самое, что удивительно, те купальники, которые я покупала на ASOS, я никогда не видела, чтобы они где-то повторялись. А вот такие мощные концерны, как Zara, Oysha, если кто не знает, Oysha — это составляющая Inditex, то есть концерна, которому принадлежит Zara, настолько массово производит свои изделия, что вероятность того, что вы попадете в обществе, где девушка будет одета в точно такое же платье или вещь, слишком высока. Но если откинуть этот факт, то можно сказать, что купальник мне понравился и мне было в нем комфортно. А мы с вами идем дальше. Эта фотография стала самой популярной у меня в Инстаграм. Такого количества лайков у меня давно не было. Мне кажется, что она вызвала такой сильнейший всплеск, что не оставила равнодушным ни одного человека, кому она попалась на глаза. Спасибо вам огромное за все комплименты. Да, честно, я готовлю видео. Я думаю, что оно выйдет буквально на следующей неделе. Видео, в котором я буду рассказывать свой путь, как я похудела. За последние 2 месяца я похудела на 7. Даже, кажется, 8 килограмм. Сейчас не об этом. Сейчас я вам хочу рассказать про свои льняные кюлоты бренда River Island. Те, кто за мной следят на протяжении всех моих долгих годов блогерства, наверное, узнают эти кюлоты. Это самая часто надеваемая вещь летом. Купила я на сайте ASOS. И, честно скажу, в летнее время, в жаркий период, в летнее время, это та вещь, которую я, честно, надеваю чаще всего остального. Они настолько удобные, настолько комфортные. В их составе входит лен, то есть это самый удачный материал для того, чтобы его носить в жаркое время года. И кроме этого, графичная черно-белая полоска. Ну что может быть лучше для меня? Ничего. Я вам сейчас еще хочу показать пару образов из своего печатного блога на gallengirl.com, где я показывала эти кюлоты для того, чтобы показать, возможно, вблизи, как они выглядят и какими еще другими интересными стилистическими образами можно их носить. Так, а мы с вами плавно переходим к теме аксессуаров. Сейчас я хочу вам показать свое коротенькое видео из Insta Stories. И сразу сказать, что я та девушка, которая не носит косметику вообще на пляж. Ну, то есть вообще, может быть, максимум это блеск для губ, но ничего более. Не люблю, когда под солнцем вы чувствуете что-то тяжелое на своей коже. Но все же добавить парочку удобных аксессуаров, мне кажется, это то, что сделает ваш пляжный образ чуточку более продуманным, стилистически продуманным. Итак, мой выбор — это сережки, которые подчеркнут и будут органично смотреться в жаркой погоде. Я специально для вас надела сейчас вот такие белые сережки с бахромой, которые я ношу уже тоже порядка 3 лет, и у меня есть еще точно такие же синие сережки. Практически каждый раз, когда я улетаю куда-то в теплые края, куда-то ближе к экватору, я беру эти сережки с собой, потому что стилистически они здорово и органично смотрятся в жаркой погоде, в тропиках, где на фоне пальмы или просто жаркое небо. Вот еще синие сережки, я попробую оставить ссылку на эти 2 пары, я думаю, что я найду вам что-то похожее. Именно вот такие сережки вы можете забросить в чемодан, забросить в сумку. Они места не занимают, но вот такие маленькие элементы делают ваши образы более привлекательными. Следующий аксессуар, о котором я хочу поговорить, это соломенная сумка. Это та сумка, в которую вы можете бросить бутылку воды, солнцезащитный крем, журнал и дойти от номера к бассейну или к морю. Я специально взяла вот такую бесформенную сумку для того, чтобы ее удобно было перевозить в чемодане. Я просто кладу немного своих же вещей вовнутрь, бросаю ее в чемодан, и даже если ее сильно придавить сверху, с ней ничего не происходит. Я показывала эту сумку в своем летнем хоуле на своем канале, так что я надеюсь, что кто-то из вас успел ее купить по моим ссылкам. Поздравляю, если вы это сделали, это хорошая покупка, продолжаем ее носить этим летом. И еще тоже хочу подчеркнуть, что выбирайте вот такие модели, в которых нету ни рисунка, ни принта, ни помпонов, ничего, потому что именно вот такие универсальные модели соломенных сумок будут здорово вписываться в любой образ. А я хочу с вами вернуться ментально обратно на катер, на яхту и показать свой очередной черно-белый образ с миксованием принтов. Я знаю, что их уже очень много у меня. Но если мы говорим с вами не про купальники, а про пляжную одежду, то
Я не сторонник парео. Дело в том, что парео лично для меня это слишком простой выбор, потому что очень много девушек ходит в подобных парео, и стилизовать их каким-то оригинальным способом будет нелегко. А я всегда приверженец того, чтобы выглядеть как-то оригинально и быть не похожей на другим, для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Поэтому мой выбор это те кюлоты льняные, о которых я с вами говорила и которые я показывала в предыдущих фотографиях. Для меня пляжный наряд, для того, чтобы, к примеру, пройти от бассейна, от моря к ближайшему ресторанчику-бару в рамках бассейна или в рамках морской территории, то я всегда надеваю льняные кюлоты, не надеваю парео. И продолжая тему пляжных образов, я хочу показать вам фотографию, которую я одолжила в своем блоге. Это образ, который я опубликовала 3 или 4 года назад, точно не помню, но я вам хочу показать пляжную накидку. Это именно пляжная накидка, я ее купила на сайте, где, по крайней мере, производитель позиционировал ее как пляжную накидку. Но обратите внимание, как здорово она смотрится и с обычными летними платьями и сарафанами. Честно, я вам скажу, я не помню, где я ее покупала, потому что это было очень давно, но я знаю точно и помню точно, что я ее покупала за долларов, скажем так, 18 на китайском сайте Shein или Choice, точно не помню. И это одна из тех покупок, когда вы тратите маленькие деньги, но получаете от вещи огромнейшее удовольствие, проносившее ее много-много лет. Сейчас можно сказать, что я ее ношу уже 4-й год, и я уверена, что я еще проношу ее много-много лет. Мне даже иногда хочется повторить этот же крой, но в более дорогом исполнении, потому что, как вы понимаете, ткань у этой накидки очень дешевая. И сейчас я хочу показать свой коротенький инста-сторис в стиле бумеранг, который я публиковала у себя в Instagram, для того, чтобы вы посмотрели, как здорово смотрится эта накидка в движении. Я постараюсь вам подобрать похожие вещи, для того, чтобы вам помочь с выбором. Ну, а вы, наверное, узнаете эту накидку, потому что я уже много раз ее показывала в тех фотографиях, где мы с вами говорили про купальники. И сейчас я вам хочу показать еще одну фотографию своего Instagram из прошлого лета, где точно так же играю с этой накидкой, с темой миксованием принтов. А мы с вами переходим плавно к теме вечерних образов. Причем хочу подчеркнуть, что вечерние образы я имею в виду просто время суток. Нам с вами нужен какой-то комплект для того, чтобы эффектно, но в то же время органично, без лишнего overdressed, как я люблю это слово overdressed, то есть слишком нарядный образ, для того, чтобы в органичном, естественном, но симпатичном образе выйти из номера или своей квартиры, где вы живете, и дойти до ближайшего пляжного кафе. Я вам сейчас показываю тоже свой образ из блога, который я публиковала 4 года назад, и хочу сделать акцент, что вот такие обычные платья с открытой спиной, если вы можете себе позволить носить открытую спину, это может быть и вырез не сзади, это может быть открытые плечи или открытый вырез спереди, но вот такие обычные струящиеся платья будут хорошим выбором. Если ваш бюджет позволяет, выбирайте более дорогие шелковые платья. Если нет, то в принципе в современное время, в наше время вискоза и полиэстер может выглядеть тоже достаточно таки добротно. И следующий комплект, который был построен мною, естественно, с изюминкой сочетания цветов. Это синий комбинезон, который я тоже покупала года 3 назад на ASOS. Люблю открытую спину, слава богу, мне моя фигура позволяет носить открытую спину. Этот комбинезон ярко-синего цвета, плюс трендовые, необычные, яркие аксессуары в фиолетовом цвете и у меня получилось вот такое интересное сочетание яркого синего цвета и фиолетового. Напоминаю, что это называется аналоговое сочетание цветов. Если кто не в курсе, я оставлю ссылку на свой плейлист «Учимся носить яркие цвета и комбинировать их между собой». А я продолжаю тему этого комбинезона. Сейчас специально вам показываю селфи, которые я публиковала в своем Instagram, для того, чтобы показать детали. Как я уже говорила где-то в середине видео, те самые сережки с бахромой, которые органично смотрятся на фоне пальм, тонкий шарфик, это винтажный шарфик, который я случайно нашла в своем ящике, и трендовые узкие очки. Подчеркиваю опять, что эти очки скорее просто для эффектной фотографии или для того, чтобы эффектно пройтись от номера к ресторану. Они не спасут ваши глаза от яркого солнца, но в принципе, если вы модница, то вы меня понимаете. И еще один вечерний комплект, это этот же синий комбинезон, сверху накидка кимоно полосатого пудрено-розового цвета. И та же сумка-корзинка, которую я вам показывала немного ранее.
Образ более простой, в нем меньше акцентов, меньше трендовых аксессуаров. Но это тоже такой, скажем, обычный образ, в котором вы будете выглядеть немного более нарядно и более женственно, нежели обычные джинсовые шорты и майка. А теперь мы с вами возвращаемся к теме тюрбанов. И я для вас сняла отдельную небольшую вставку, где расскажу, как именно повязать тюрбан так, чтобы он у вас продержался на голове весь день. Итак, тюрбан. Начнем с того, какой именно шарф или платок лучше всего использовать для того, чтобы повязать себе тюрбан. Мой шарф, как я уже говорила, это одна из самых моих старых покупок. Ему, я честно, уже не знаю сколько лет, я специально измерила его. Итак, ширина у него 1 метр, длина 1,5 метра. То есть можно сказать, что он, в принципе, близок к квадрату. Но в любом случае, это тонкая материя, достаточно-таки тонкий хлопок, поэтому его можно скрутить хоть вот в такой вот тонкий жгут. Итак, что мы делаем? Начнем с того, что вам нужно привести в порядок свои волосы. Вам нужно создать основу для тюрбана. Даже если у вас короткие волосы, как у меня, это совершенно не важно. Главное вам сделать хороший высокий хвостик. Хвост должен находиться где-то примерно на макушке, для того, чтобы увеличить эту часть и создать нужный массив. Я сейчас покажу, как примерно будет выглядеть этот хвостик на моих волосах. В принципе, неважно, как именно вы их собираете, вам просто важен сам факт присутствия хвостика на вашей голове. Я складываю вдоль пополам, у меня получилась ширина 50 сантиметров. Я смотрю, что 50 сантиметров, в принципе, для меня маловато. Я, скорее всего, сложу еще пополам, то есть итого получится в 4 части я сложила. И у меня эта ширина, получается, метр поделить на 4, примерно 25 сантиметров. Это как раз то, что мне нужно для того, чтобы покрыть мою голову, начиная от лба и заканчивая моим хвостиком. И еще один секрет заключается в том, что у вас не должны быть прямые края, у вас вот с этой стороны должен быть острый угол. Для этого вам нужно создать легкое смещение. Я беру, опять разворачиваю, беру за край и делаю так, чтобы с двух сторон у меня были острые уголочки. Как вы видите, я особенно не стараюсь. В принципе, мне не важно, чтобы тюрбан был идеально ровный, чтобы все у него складывалось идеально ровно. Мне нужно примерно сделать так, чтобы он шириной был 25 сантиметров, и чтобы хвостики у него были остренькие. Вот здесь мы с вами будем завязывать узелочек сзади. И для того, чтобы этот узелочек выглядел аккуратным и красивым, нужно, чтобы он был тонким. Итак, здесь мы все с вами сложили. Мы центрируемся, соединяем кончики, определяем, где центр, и вот этот центр мы кладем аккуратно посередине нашего лба. В данный момент вы не переживаете и не старайтесь положить его ровно туда, куда надо. Выкладываете его ровно там, где вам комфортно. Дальше в самом конце вы отрегулируете ширину, насколько он закрывает лоб или открывает лоб. И как вы видите, он идеально покрывает. Вот она, идеальная ширина первого слоя. И самый главный, наверное, секрет того тюрбана, который идеально продержится у вас весь день, это то, что первый слой должен быть вот таким плавным, мягким, не перекрученным. Первый слой должен покрывать всю голову. И только потом на затылке мы перекрещиваем наши хвостики, и только сейчас мы их начинаем перекручивать. Вот только сейчас я делаю из них жгуты. Дальше уже, в принципе, совершенно не важно. Вы можете хаотично складывать их, смотреть, как вам больше нравится. И вот только сейчас я завязываю на затылке узелок. Завязываю я, естественно, в 2 раза. И вот, как вы видите, в принципе, можно сказать, что с первого раза у меня получился тюрбан. Вот так это выглядит вживую. Здесь есть достаточно хороший объем. В принципе, я довольна. И только в последнем этапе мы с вами его или отодвигаем назад, или наоборот надвигаем на лоб. Я люблю, чтобы оставалась легкая линия роста волос, тогда, мне кажется, он выглядит более изящней. И еще один важный момент. Не думайте, что у вас с первого раза получится повязать тюрбан. Тюрбан — это такая вещь, что она может быть и со второго раза получится, может быть, с десятого, может быть, и с первого. Если у вас не получилось с первого раза, это еще не значит, что вы не умеете повязать себе тюрбан. У меня бывают часто такие случаи, что я его повязываю, смотрю в зеркало, мне не нравится, мне кажется, он какой-то кривой, косой, с одной стороны получается больше объема. Я его снимаю, повязываю второй раз. Это нормальная процедура, в этом нет ничего страшного. Пробуйте, пытайтесь заматывать из различных
обычных домашних шарфов, которые вы можете найти, или купите себе новый тонкий хлопковый шарф, экспериментируйте дома. После того, как вы 2-3-5 раз попробуете это сделать дома, вы набьете руку и сможете это делать быстро, уже находясь на курорте практически без зеркала. Все, я буду с вами прощаться, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я очень хочу верить, что каждую из вас ждет плодотворный, солнечный, расслабляющий отпуск у моря уже буквально в ближайшие несколько месяцев. Я очень надеюсь, что мои наряды вдохновили вас на то, чтобы вспомнить, что у вас там лежит в шкафу. Если нет, то открывайте инфобокс и смотрите те ссылки, которые я вам приготовила, потому что на все те вещи, которые я показывала здесь в своем видео, я оставляю ссылки в инфобокс. Даже на те вещи, которые сейчас невозможно купить, потому что они уже out of stock, я подобрала похожие альтернативы в различных ценовых сегментах. Все, я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно пишите, как вам такой необычный формат видео, насколько он был для вас информативен. Всем хорошего настроения и солнечного дня! It's always in.